кстати, у вас пробки-то тоже? Можно, кстати, по поводу Казани вопрос задать? Можно сказать, что вы большой КВН получили, путевку именно из нашего города? Да. С чем она у вас, ну, вообще первая город? Первая лига. Да, в 98-м, по-моему, году, 99-м. Да, первая лига здесь прошли. А с чем ассоциируется ваш этот город, и любите ли вы сюда, ну, наш город, и любите вы сюда приезжать? С улицей. Мы даже привезли сейчас с нами гостя, да, то есть, который не должен был ехать сюда, на самом деле, но он настолько хотел посмотреть Казань, что он полетел с нами из Москвы, чтобы посмотреть. Я говорю, это на самом деле стоит увидеть, эту пешеходную улицу, этот Кремль увидеть, все это. То есть, говорю, это многого стоит, на самом деле. И мы сегодня еще экскурсию будем для него делать. Мы, извините, мы Казани, спрашиваете, да, ассоциации какие? А Волга-Волга, у нас есть друзья здесь какие-то невероятные ребята, у них раз там этот кабачок был все время открыт, мы с ними регулярно встречаемся, это же для нас вторые Ляпис Трубецкие. Недавно встречаемся, говорим, ну что, как кабачок-то? Он говорит, да закрылись, а что? Да, говорит, кроме вас на никто не ходит. А вы редко, друзья. Мы, как-то была одна новогодняя ночь, мы работали здесь новогоднюю ночь, и Данис Зарипов, хоккеист, который... Ну, по-моему, Коста не работает. Не, не Коста, а где-то пирамиды. Ну, знаешь, какой такой отель? Ну, неважно. В общем, и он звонит, значит, Сергею, говорит, слушай, я узнал, что вы тут новогоднюю ночь в Казани работаете. Да. Мы Акбарсом тут празднуем. Можете к нам приехать? Можете выступить? Мы втихаря. Пока перерыв был в выступлении, поехали к хоккеисту. Приехали. Но на самом деле, вот люди меня вообще поразили. Там по бокалу шампанского у всех стояло, чтобы кто-то там налегал. Орел. Потом еще был темнокожий вратарь у вас. Да, вот он еще сидел, он вообще ничего не понимал. Вот ему там Морозов пытался что-то перевести. Но очень здорово, как бы. И мы сказали, ребят, хоть мы сами из Магнитки, но в этом году вы станете чемпионами. Вы все чемпионы. И с тех пор вот нас и Салавацию в свое время приглашал, но у нас не получалось. Да. И, в общем, есть такое убеждение, что мы приносим. А утром мы уезжали, представляете, мы уезжали в 7. Какой в 7? В 6 утра мы уезжали. И Никулин. Зариповым привезли нам в подарок клюшки. Как привезли? Он говорит, ребята, с нас подарки. Мы говорим, да ну как-то, да какие подарки? Сувениры. Мы, ну ладно. Они съездили домой, взяли клюшки, приехали в ресторан, где они праздновали, расписались. А сейчас кого нет? Да. Кто-то уже разъехал. Они поехали по домам, будили их. Нам, в общем, расписали, привезли нам каждому по сувенирной клюшке.